По факту, ты будешь свичить. У тебя чешка должна быть, ну, предположим, априори должна быть всегда. Слава, ты что, Смотря на ком ты тупой, будешь. Что ли? Смотря на ком ты будешь, мы робота без холипала будем бить? Холики? Ой, чешка и... А что у тебя еще есть? Ну, насчет 508 ссылок, честно, хуй знаю, блин, там... Бля, хуёво, слушай. Спроси у него. А чё, мы не прохили, что ли, без рависта-то? Второй кусок. Ну, я могу спикнуться в Варшаву. О, на кого ты собрался там 6 хилов брать? Слава, прыгай в ДЦ. Корень чешка, а я в холика прыгну, я колодец поставлю. Я могу выйти, заберете кого-то. Ребята, Слава, стоп. Костя, у тебя, блядь, в субботу, воскресенье, гильдийский воронка фарм. Ну и что мы будем делать? Твинами идти? Так мы убьем только робота, нет? Так, ох, там... так обновлять не получится. А, уже не обновлять не получится. Ну я, у меня твинки есть, мне похуй. У меня тоже есть. Ну, почему не приходит? Никто... Кто не приходит, да там в десятером закрывается. У нас даже... Ну вот именно, что даже 10 тел не набирается. Понимаешь это? Не, ну в субботу-то набралось. Хуёво. Не набирается. Даже четверг прошлое набралось тоже, а на этой неделе ну, нихуя не четверг, набралось. Четверг набралось, это не гильдийский. Это чисто, да. Для себя. На руки раздавали все равно. Короче, у меня есть твинк, если что. У Войда тоже твинков дохуя, если он будет отдыхать. А Войд не заходит, блядь. Да сейчас обещаю. Сейчас проходит. А, ну ладно. Ты уже на той неделе мне обещал и на этой, и хуй зашел. Ты сидел весь день, смотрел фильмы, что ты мне рассказываешь? Кость, слышишь, Костя? Тогда собирайтесь с пугами там, типа, челиков находите, блин. Другому я больше не знаю, как это делать. Только с гильдии придет, остальное все, вон. Короче, тогда, блядь, сами себе собирай. Воронки нахумутите. Просто вопрос выходных не в том, чтобы фармить воронки, а в том, чтобы фармить воронки в гильдию. Да какая разница себе фармить воронки в гильдию? Смысл-то остается один тот же, что... Нет, есть разница, Гоша. Либо собираться в гильдии, вот мы собрались и пошли. Нет, не на продажу. Единственное, он, Рома, там подсказывал идею, ну, как в других гильдиях. Типа, есть такая фишка, можно ввести по поводу, ну, как открывать, типа, чтобы получали люди воронки. На типа, каждый кусок по одной воронке? За 60%? Ты послушай, нет. Чтобы открыть каждому, например, один кусок, ты должен предоставить, ну, в трейд в обмен кинуть, что у тебя есть одна воронка, и тебе с ГБ даются еще две. Короче, грубо говоря, на каждый кусок по одной воронке иметь. Да. Лично. Я пока камни перебиваю, но... Ну, я говорю тебе, 60% гильдии идет. Это как вы хотите еще раз? С гильдии 60%. Идет. Получается... А, одна воронка своя. Да, одна воронка своя. Чтобы у тебя, типа, на каждый кусок было по воронке своей. Да, чтобы мы не 12 давали, а хотя бы 8. Прилетел, давайте сумму.
Как же охуенно, только приор набрал, и скоро опять его не будет, блядь. Думаешь? Да, я знаю. Видишь, Димаш, тебя любит. Нет. Нет, он просто второй Элем у нас в гейм. Так что. А чё мне ГП дали? Заслужил. За то, что отсутствовал вражник. АФК. Я мне живот прихватило там. Надо было написать, сказал, я срочно ушел. Бачок пать. Смотри, смотри, сказываю, ты просто берешь, надо прочитал, чтобы жжет не прихватывало, просто берешь кофе перед РТ с оливковым маслом. Покурить. Нет, кофе с оливковым маслом. Бля, иди нахуй. Отвечаю, говорят, вообще помогает, там прихватывать не будет еще недели две. Да-да, рассказывай. Не, ну серьезно, это же забавно. Будет срать нахуй по дороге. А где равник? А на БГ. Ай, блядь. Я на БГ я пойду. Ну да, если назвать туалет батлграундом, это бы забавно будет выглядеть. Там хоть ГП не дают. Прикинь, на БГ заходишь, банк ГП прилетает за проигрыш. Да-да. У тебя такая статистика, лус. Не, у меня он нормальная статистика. 7 побед, 2 поражения. О, урги вылетели. Да я не вылетел, я же говорю, я сокеты навара делаю, погоди. Ты что, лутанул что ли? Ну кольцо, да. Кольцо. У меня кольцо. Огромный перекап арпа, я сейчас сокеты перебиваю. Нахуй перевернуло прям в прыжке. Че, в лупу ебали, да? Ну, блядь, танков нет. Или танки мыть, да? Это ну, знаешь, ты... Грам, как в доте. Телепок сыграли в первую очередь. Я ебал это око, блять, нахуй, вместе с Зейфом, вместе взят. Заебало. Не падает, блять, которое когда. Ты, главное, не жди его, он упадет. Да, надо в рейд не прийти, чтобы он упал, он называется. А ты не жди, да. Ты сам урони его и все. Да. Да, я в холике. Опа, ты реально свернулся в холика? О, прыгай в холика, давай, Костя. Там Глеб в холике. Пешка, карта, что там тебе еще? Ногер есть. Ты 4 у тебя день не будешь там считывать. Ну так, Т4 у меня и так есть. На холика? Да. Ну все, спекайся. Ага, сейчас. Ждем топ ХПС. А вдруг он даст меньше 10 тысяч ХПС? Нихуя ты захотел. Я понимаю, что такое маловероятно, но тем не менее. Дам, хочу потестить. Дам. И смотри, короче, когда там прям будешь видеть, что у тебя щитов, ну, щиты не откадешились этот, слабость души не пропала, просто на клэпе юзаешь корень, чешку корень, даешь исповедь, начиная щитовать, откатилась исповедь, снова даешь исповедь, все. Ты же у тебя чешка есть. Серега.
лучше, чем Шкодень. Нет, не похуй. А ты будешь умничать, тоже нахуй под нее попадешь. Да я хотел обойти аккуратненько там. На полку инста крутилочка. О! Шишки. На 100 силы типа накупили. Теперь жди, пока все скупят. Есть у бидона. Лёха, не поверишь, я заебался их продавать. А знаешь, как, короче, сразу бабки снять? Когда свободное будет, на аукцион приходи, все, возвращай, короче. Я знаю. Подожди, не поднимайте мордаун. А ты я собака серая, осуждаю тебя. Читал, как, что они сделали. Петушины. Петушины там, это голова там... такая. Чайный пакетик. Спасибо. А ты, блин, этот самый, как там был? Ты уже не чайный пакетик, ты был использованный. Я поведу вам. Да то тебе, Леха, он заебись, он перед Т5 уже без стрини, нахуй, висят, так что только Т5 и все, и заебись. А мне больше ничего не надо на Т5. Ну, кстати, я не знаю, мне кажется, вот если вот вместо ТБЛ что-то можно еще другое покрутить. Нет, ТБЛ, он дополняет мою криту, которая... Ну, это да, но я говорю, мне кажется, вместо ТБЛ можно что-то покрутить. Я бы такой, чтобы покрутил какую-нибудь карту или чешку. Чешка. Да, вот карту или чешку покрутить еще можно было потестить. Так как мне... как будет возможность дать... Ну так как мне впадло чешку лутать, то же самое, что и карта, я с картой. У меня есть карта на плесте. Я никуда не тороплюсь, я, блядь, буду сидеть там. Лёха, лети, наверное, мы нон-стопать трэш будем нон-стопом. Хорошо. Как времени? Я уже хочу побыстрее этой пасти залутать, блядь. Не, из шаманов ты первый будешь. Потом скажешь, как ДПС. Я вот очень сильно хочу это потестить. Ну, я видел, типа, там шаманы Лемы, там, Сноу Мерсиса, все, типа, ну, робота там вообще свободно 35 дают. Да, да. Правда, там, конечно, не Кра плюс этот самый, блядь, но ничего страшного. Дайте мне два куска Т6. Папу пососи сначала. Нихуя себе, может еще и поебаться завернуть нахуй собой, блядь. Дайте две. Это тоже можно. Я понял. Потаю его. А чё так бы? 2Т6, ну это 4Т4. 80к хуло, соло пары. Кстати, Лёха, по поводу того, что ты говорил, что можно PvP спек удалять, нихуя. Чего делать? Криза, но он имеет в виду из элемов, раньше-то я одену. А элемов-то у нас всего два. По поводу того, что ты говорил, типа, не надо триньку выфармливать уже, и это нихуя. Не, я уже сам понял. Я никак вообще не добьюсь, блядь, этим капом. Они просто, опять же, вернули все как было, только срезали урон. Да? Да. Ты не видишь. Это то же самое осталось, только урон срезали. Короче, вторую приписку они убрали, да? Да, да. Жар, война, света и буря. Они убрали это удар воина света, они
оставили все как было до нерфа, вот это что они ввели удар воина свет. Все через хост. Так же лужа, так же экспертизм. Да, да, да. Так что рынка ПВПшная. Это четвертый был? Будем хост убиваться. Шотрынка ПВПшная. Юля, ну, Юля, не... Она больше всего дает. Короче, идите все сюда, он трэш еще. А где еще? Внизу. Малый пак. А. Этот можно было и не зайдите, прилететь. Зайдите, заведите нахуй. Нужно его привезти обратно, а то еще петушара какой-нибудь прилетит. Я лечу. Да, и еще Алар придет. Зачем вы ему руки? Хорошие. Хорошие руты, ребята, мое уважение. Я смотрел там типа сейчас убьют. Заханыч, да, ебану? Че? Ты... Ага, Леха кого-то спасал. Заханыч ебанул, а Леха спасал. Я засейвил. Не, ну он же сказал, что говорит, я сейвил. Просто прикинь, эта пачка в одном. У меня в ПВЕ спеке даже тотем Наруто не выставлен. Я чувствую, слышишь, я эти запы, блядь, быстрее Сампроса выбью, чем это консервный банк. Возможно. Какие запы? С блоком там, типа? Угу. Блокмастер. Не, вот интересно, слышишь, Лёх, мне интересно будет, как в Т5 работает Сектан плюс гром, Сердце Грома, блядь, получше будет или... Хорошо. Ну, получше, чем ТБЛ будешь, мне кажется. Не уверен, но хорошо. Там, видишь, я не знаю, как он работает, вот этот, блядь, скилл, который приписка, четвертая, ой, вторая приписка. Там, Т5, типа, которая, на ШП, которая, или какая? Т5 на Эдеме, которая, блядь, типа, бьет молнии от цепухи. Ну, типа, стак срабатывает. Вот, если там есть критический урон, то лучше ТБЛ. Ну, я имею в виду, типа, что критует заклинание. А, ну в этом плане, да. Но опять же, я видел просто большинство, ну как бы вообще все в Т5 выносят две хостовые тринити. Ой, не хост, не две, а... Значит, чешку. Ну типа, если там просто некра, если брать аналог некры, то это чешка карта. То есть, ну такое. Чешка секретарка. Я уже далеко гляжу. Вот у меня сейчас в данный момент 1600 хосты, когда секретарка работает. Ну, у меня без сектанта сейчас 1250, это если я карту одену, будет 1400. А кто там? Мардаун, твою мать! Я улетел. Это будет 1400. Обещал вернуться. Если сектант плюс карта, то что там... Чё вы делаете? Да, вы нахуя двоих будет. Запулили, блядь? Это кошер, да, Мардаун нахуй. Туда улетел. Я меня кинуло. Да всё, чё вы орёте-то? Сейчас вайп будет, нахуй, всё. Ну, а что поделать? Отойдите просто под заряды. Там колодец на танка. И умрете. Все нахуй, больше криков было. Ну и не говори. Два танка есть, все нормально. А где портаунт лежит, подожди? Да вот здесь. Это где-то там мордой чилит. Все, встал. Мордой в пол. Не успел, да? Да хотел поприседать же. Приседай дома, блядь, разогрейся, может, это спадет температура немного. Не смешно. Ну и чё стоишь? И чё, блядь, упадешь, я тебя тоже, блядь, поприседаю. Давай. Нет, не залопал ещё. Воу-воу-воу-воу. Бал-бал-бал. Я сам себя захилил, Мардан, не переживай. Ничего, тебя ёбнет, блядь, по голове, я буду орать. Чё ты так к моей смерти хочешь? Поехали, я тоже. Что-то прям человенько, тихонько, так хорошо.
Давайте опять поговорим, кому шмат на следующем отходит. Ой, вы хотите кринж навалить? Сейчас, погодите. Ты про какую? Если паладиновскую шмотку, то там либо Авелания, либо Холи Дринк. Не, я это к тому, чтобы срач начался, блядь, сиюминутный. А, срач начался? Но она пока не упадет, как бы, и не посраться. А, блядь. Подождаться, посраться за шкуру неубитого медведя, ты шо? Там только надо по факту, понимаешь, сраться. Блин, так не работает, да? Не, ну... Что за люди? Я без сарказма, они уже тут про кринж. Кринж. О, Сашко, ты живой? Привет. Живу. Как у тебя дела? Хуёво заболел. Выздоравливаю. Не болит. Водичку пей, чаю пей. Пиво пей. Не, пока хотел сказать. Пиво лучше будет. На здоровье. Так сразу вот водку тогда уже можно хуярить, там она и пропотеть. А, перед РТ как раз. Ладно. Или во время. Йоп. Пока. О, нормально. Мне... Кузнеца заберите, разобите. Мне пиццу 4 сыра Мазерати, пожалуйста. Переключились, кузнеца. Дал смерть. Иммун. А знаешь, какой курьер тебе эту пиццу принесет? Че-че? Курьер, я говорю, знаешь, какой эту пиццу принесет? А ну. По фамилии через... Да отлетел, ёлка. Извиняюсь. Бог простит, а слава запомнит. Я отомстит. ГП на следующем КД. А можно меня волонир лучше вместо КП? Пока ты будешь спать, он тебе ГП накинет. Волонир? Ну да. Снимайте. А чё, Вилани и Волонир будут делать? Да, конечно, он же муниципал скоро будет. Только бери меня и всё. Ну чё, они... Ну ладно. Он сказал, ему Волонир не нужен. Он его собирать не будет. Мне нужен. Мне будем собирать. А, у тебя... А, ну... Всем нахуй по Волониру за славен счет. Бля, я после друида инвалида тогда. Не-не-не-не-не-не, после друида инвалида это я. Там вообще-то стелси после друида инвалида. Тогда после стелса. У Хантарин жа большая, всех захилит. Там. Я считаю, призрак нужен Волонир, как бы вот, ему надо прям. А, ну да, 400, 5 стаков накопит это и волну, 5 стаков накопит. Да, цепуху по проку. Просто, ну, по КД там. Жалко налога не взять. Замена есть? 5. Устал? Нет, ну, 2 ханта, 1 холипал. Иначе да. Я сейчас нахуй на друида 232. Ты, у тебя же есть ближний бой, 2 скилла. Нихуя себе. А, спекайся, короче, в ПМ, нахуй, и пусть твой бед работает. Да я могу на хэпала зайти, у меня это тоже есть. Нормально там причина. Тут нет, там плечи либо Глеб, либо Костя, поэтому как бы... Варлоки разбаньте. А ты чё, а Вилания будет в ретрике? Да, ханты у нас хорошие. Спору нет. Правда, сацы глухие, но я за себя. Ну, это вроде не плохое. Только хапал у меня не в гильдии. Я его не удержу в протике. Слав. Дай мардаун то ассиста, я закину за ханочек там.
А пойди, Гоша. Кузнец бежит. Гоша, по-моему, у тебя же есть, да, муха? Да, 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 есть, конечно. Только хильте, пожалуйста. А ты где? Угря хильте. А, угря. Давай, я тебя похилю. Бачу. Бля. Тихо-тихо, Гоша. Я фидал, фидал. Да я трапу кинул. Я второму дал, кузнецу. Так я про него и говорю, этот товарищ. Нет, нет, да, да, все. Да. Я думал, что это крестьянин в трап упал. А что, ивент какой-то, что ли? Пиздец. Грипните его только, да, а не пешком. Я по танчику. Похуй танка вообще-то. Подачи хлеб кусаку. Нет у меня кусаки, все. Все удалил, что ли? Нет, почему? Сидит на попечении у этих в стойле. Так у тебя БМ вообще нет? На пенсии все, да? Все, ничего. Подай, надо было ставить. Я, короче, вправо моба заберу. У тебя типа один спек ПВЕ, а другой ПВП? Нет, просто БМ, там надо сокетов 4 миллиона в хосту, а я перелился уже. Я в пель. Детер нажать. Да-да-да. Только сыться и глухой, да? Да пойду на минуту. А у тебя что, два куска? Не, да это понятно. А, слава. Чё, мне напало ебашить? Чё, суманите меня там? Да. Мне вообще, я все пропускаю. Где Валикон? Есть сапоги? Я у Валикона спрошу. Да. Ага, есть у него. Еще один есть. Заебали, вот рыба, блядь. Так долго, пизда. А, Шам лутает плечи. Под названием Заломаныч. Где? Кто это? Ну, там этот Рога спрашивает. Да? Там же плечи либо Глеб заберет, либо Костя. Понятно тогда. Я ж поэтому напал и ушел. Понял. Потому что хп уже нужен. Глеб со мной дружишь. Заломаныч. Так и Заломаныч еще. А, он, понял. Дима, хилишь по сифе. Да, да, я понял. Я каски раскидаю. Кресты.
Сапрот. Я думаю, сапрот, дядя. А что, дайте мне по-братски тоже сапрот, у кого есть? У кого есть сапрот? Короче, Слав, сам там покомандуешь, ладно, с этими бэрами, там, хуерами. Я могу покомандовать бэрами, хуерами. Вадикон уже сапрот, он кидаем. Сапроты нужная вещь. Тактику можно? Бей. Во фрейме, короче. Пиздец. Его вон в угол в звездочку поставят, и там стейшн лупишь его. Очередная гениальная. Пятьсот СПД давать, это я умею. Я думаю на Костю. Правильно. Во фрейм. Ёп, лагает. Да, хильте, не останавливайтесь, главное. Лёха, ты в танке, да? Да. Улингер надо полдэй. На пол в Лингрена. Даю. Пасифея. Айго. На пол. Я так понимаю, только в Леху, да, на пол давать? Я смотрю, вы набираете сами. Да, мы сами наберем. Я пока еще... Бля. После клэпа, да. Прохильте только по сифе, не уроните ее. Можно инер? Вадиком, Кирос, организуй. Масса круда. Кирос, инер, в ZRS. Уже дали. Костя, в тебя на пулдэй. Да я и так догоню. Да что ты? В Леху, на пол.
Пассифию в два хулибала хилить. На полу вывела. Эй, год, на полу вывела. Следующие на полу все в Леху. Блин, ара. Блин, где мы? По сифе это и вторая по агрессии чуть-чуть. У Лингрена на полу пока ждать. Лингрена по сифе. Не, залупа, короче, два ханта, я хуй. Короче, нахуй, это кринж, я просто забыл, на что у меня стоят щитки в вуду, блядь, я хилил без щитков, блядь. Не повезло, Слава. Вот, нахуй. Так, блядь, 4-5. И грудак, может, упадет. А, ну, у канцелятора есть плечи уже, кстати? Ой, блядь. Канцелятор, ну... есть плечи, нет? Чё, кто там будет Павловский забирать, Кость, ты? Или, блядь? Ну, вот смотрите. Стелси отдать второй. Так а что, там он этот. Там Глеб еще второй, типа у Кости четвертый будет. А, все, не кричи. Консилятор, если ноги уступишь, у меня сейчас будет 4-5, и я выйду с этой гонки ебаной. Ну, это так. Просто мне. Плечи, да. У меня плечей нет. Дайте ему четвертый кусок, это будет профитно. Видите? У меня будет 4 куска, если мне канцелятор. У него четвертый кусок. Да не четвертый, ему надо предыдущий кусок, который ноги сегодня. Да, да, ноги, если он их не отдаст. И еще эти плечи. Так да. Что вы смотрите. Да, ну я это и говорю. Да, да, да. Это будет у меня 4 куска, я просто выйду. Паладиновский токен закидывай Глебу. Авелани. Закинь моего шамана в пати. Это на распыл мача, да, прям. Не зря сутки поменял. Ну, он молчит, думает, видимо. Пускай думает. Подожди. У него будет, если он сейчас полутает, короче. Третий. Нет, у канцелятора уже есть плечи. А, у него сейчас будет три. У него перчатки, плечи и ноги. Да, а у меня... А у меня у тебя будет... Он... Да. Пусть уступает. Пусть уступает. Ну, не пусть уступает. Как он грудак может взять скеля, так-то положить. Как он скажет? Видишь, смотри, тут 33%, что ему выпадет last токен, а тут уже готовые 4. Готовый, да. Не 33, так а 66, что? Если что. Не, ну так-то тоже в принципе, как бы, ну, человек-то по приору вроде как бы штанишки забрал, тут как бы уже чисто, ну, нет, захочет, не захочет, это его уже дело. Ну, это да. Тут как бы, ну, и решать-то ему в любом случае. Ну,
Не, ну подожди, у консилятора уже получится сколько? Это третий, да, кусок штаны? Да, 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 да. Я поэтому говорю, что, то есть, ну, если он уступит, то я сейчас заберу все четыре куска. Начнешь дамажить. Не, ну, не, ну все, консилятор молчит, значит, отдавайте второй кусок по сфе, и дальше пусть Витя ждет. Типа, стоять, ему солить. Не, он не пишет, ЛС. Сейчас он что скажет, я озвучу, если что. Ну, по строчке дали. Киньте ДПС дитлы. Короче, по сфе, давай кусок. Да. Есть ДПС с details. О, всего. Ну так, а мы чё, за 4 часа 100 ИП залутали? Это... Там давались, по-моему, ИП, небось. А сколько? Кстати, да, не давали ИП. И ЗЗС не давал он. ЗЗС. А сколько суммарный ПС? Да, 7 минут до концерта осталось. Хуя вы там нормально, нахуя вы нормально сегодня про РТ прошлись, блядь. Че, пойдет. В итоге разосрали все токены. Разосрали? Короче, ну... Витя, ой, это... Ребят, у нас система лута ЕПГП, так что, ну, сами смотрите. Слава, мне 250 сними, не забудь. Я ж только на гидросте был. Я спросил просто.